Дорогие мои красавицы, я всех поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть в этом вашем Новом году сбудутся все те ваши мечты, которые не успели сбыться в прошлый год. Дорогие красавицы, я надеюсь, что этот год вы провели очень продуктивно, у вас не было никаких разочарований в вашей жизни. Я желаю вам, чтобы в следующем году вы были еще красивее, вы нашли новых друзей на просторах интернета, ну и, конечно же, YouTube, и чтобы все у вас складывалось хорошо, так как конец света мы уже пережили, ура! Дорогие девчоночки, дорогие мужчины, наверное, тоже смотрят. Хотим поздравить вас с наступающими праздниками, с Рождеством, с Новым годом. Только хороших, позитивных эмоций вам. Не болейте, любите, будьте счастливы. Друзья, на самом деле, все, что мы делаем на YouTube, это все вспомогательные средства для того, чтобы мы были красивыми. Самое главное, это душевная красота и душевное равновесие. Этого я и хочу вам пожелать. Мы вас любим и поздравляем с праздником. Девуленьки мои хорошие, поздравляю вас всех-всех-всех. Пусть в новом году у вас будет только хорошее настроение, потому что когда у нас хорошее настроение, мы нравимся себе в жизни, мы нравимся себе в камере, и мы нравимся не только себе, нам мир вообще нравится. Поэтому пусть у вас все будет только классно, классно, классно. И даже если немножко не классно, вы улыбнитесь, и все станет хорошо. Украина, витаю вас. Будьте счастливы. Дорогие наши подписчицы, зрительницы, поздравляем вас с рождественскими и новогодними праздниками. Желаем вам всегда оставаться такими же замечательными людьми. Желаем вам здоровья и вам, и вашим близким. И, как уже девочки сказали, хорошего настроения, улыбок в вашей семье, в вашем доме. И всего-всего хорошего. Все. От всей нашей Beauty YouTube компании поздравляем вас. Большой-большой привет всем. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками. Желаю, чтобы все-все-все ваши желания сбывались, чтобы у вас все всегда было хорошо, чтобы у вас было хорошее настроение и побольше вам волшебства в жизни, потому что для меня это настоящее волшебство. Я вижу тех девочек, которые видела только на экране. Вот очень рада с ними всеми встретиться и желаю вам побольше волшебных моментов в жизни. С праздниками всем вас. Большой привет из столицы. Я представляю провинцию Донецк. Очень рада этой встрече. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю вам всегда быть самыми красивыми, самыми здоровыми и побольше положительных эмоций и впечатлений. Я считаю, что это самое главное в жизни — уметь удивляться. В хорошем смысле слова. С Новым годом!